Hot English with Hotspot. We will English you. В английском языке есть слова, которые являются ложными друзьями изучающего язык. Произношение этих слов вводит в заблуждение, напоминая совсем другие русские слова. Их довольно много, и их, как любого врага, лучше знать лицо. Сегодня рассмотрим несколько примеров. Марина Юрьева, ведущий преподаватель Hotspot School of English. Английское слово actual не означает актуальный. Оно означает действительный, реальный. Например, it was just preparation. She hasn't started her actual work. Это была лишь подготовка. Свою настоящую работу она еще не начала. Для справки скажу, актуальный в английском языке звучит как urgent. Поехали дальше. Существительное bog означает болото, а не бог. Кажется, все помнят, что бог по-английски – это god. И вот вам сразу пример. They were scared to walk across the bog. Они боялись идти по болотам. Liquidize – это совсем не ликвидировать, а превращать в жидкость. Например, are you liquidizing the ice cream? Ты что, ждешь, пока мороженое растает? Ликвидировать по-английски будет eliminate. Multiplication – ну совсем не мультипликация, а умножение. Multiplication is taught in elementary school, что означает «умножение проходят в начальной школе». А вот animation – это как раз и есть мультипликация. Hot English with Hotspot. We will English you.